Мы живем в частном доме. У нас радиаторы отопления. Здесь было две секции, на которых был свищ. Их убрали, перебрали радиаторы, и теперь делается соединение. Сначала промазывается краской, заменятся резиночки. Да, и будет выполнена промывка после, когда это все дело будет стянуто и подсохнет. И после этого уже будет выполнена установка, покраска и так далее. Примерно это выглядит вот так. Даже старым радиаторам отопления можно дать вторую жизнь, а в частном доме они будут греть замечательно. Смотрите, вот это соединительный ниппель, у него есть правая и левая резьба. Вставляется он между секцией и вот таким специально ключом для радиаторов уже вставляется и скручивается. Вот так вот скручиваются между собой секции. Кстати, для частного дома чугунные радиаторы это самое идеальное решение, потому что от них идет самая лучшая теплоотдача. Смотрите, как интересно идет процесс скручивания. Трудоемкий. Шурик держит.